6 февраля этого года наша школа понесла тяжелую утрату. Скоропостижно скончалась Галина Анатольевна Федоровская, директор Одинцовской детской музыкальной школы. Сегодняшний отчетный концерт мы посвящаем ее памяти. Отчетный концерт Одинцовской детской музыкальной школы открывает ансамбль скрипачей старших классов «Концертина». В зале педагоги, друзья, родители и, как всегда, Галина Федоровская. С фотографии на юных артистов смотрит яркая и энергичная женщина, при участии которой многие ребята получили путевку в жизнь. Одной из лучших музыкальных школ Подмосковья Галина Анатольевна руководила без малого 25 лет. За это время школа приобрела очень большой вес и большое значение в Одинцовском районе. И сейчас наша задача, я считаю, сохранить традиции, замечательные традиции школы. И сегодняшний концерт – это подтверждение тому, что мы пытаемся сохранить традиции школы и их приумножить. Сегодня на сцене только лучшие коллективы. Лауреат первой степени конкурса «Одаренные дети Подмосковья», средний хор девочек «Весенние голоса» под руководством Светланы Каменской. В зале рассыпаются девичьи улыбки, звонко и игриво, по-весеннему осторожно. Еще одно яркое событие концертной программы – выступление оркестра народных инструментов Аллы Сушкевич. Здесь и дождь, и капель, и возможность пробежать босиком по лужам. Такое сочное музыкальное откровение, наполненное легкостью и безмятежностью бытия. Для артистов, для музыкантов оркестра это большой праздник, потому что они готовятся, можно сказать, целый год к этому выступлению. И это такой подарок нашей публике, подарок нашему городу. Более 700 учеников, свыше 10 специальностей. Ежегодно свое право называться лучшими музыканты школы доказывают на конкурсах не только областного, но и всероссийского масштаба. С подачи Галины Федоровской в школе появился ансамбль гитаристов Корнея Струнина. Музыканты уже третий год участвуют в международном конкурсе «Табула раса». Не нуждается в представлении и хор мальчиков Светланы Виноградовой, которым с минуты на минуту предстоит выступление. Открытие за открытием. Талантливые педагоги каждый год выводят на сцену новых инструменталистов и солистов, по-настоящему влюбленных в музыку. Ни покоя, ни секунды отчаяния. Такой была Галина Федоровская. В таком темпоритме предстоит жить и работать одинцовским музыкантам. Под нежные переливы флейты, под звонки мальчишечьи голоса. Время бежит вперед, а талантливая молодежь год от года крепнет и прославляет родную музыкальную школу. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».